А теперь о происшествиях. В Славянске на Кубани произошло разбойное нападение на магазин. Преступника удалось задержать по горячим следам. Все подробности этой криминальной истории смотрите в следующем материале выпуска. 11 апреля около 12 часов дня в магазин «Ирина», который находится напротив консервного завода, зашел молодой человек. Покупатель набрал продуктов почти на 700 рублей. Но расплачиваться с продавцами он, как оказалось, и не собирался. Вместо денег с собой преступник принес палку, которой стал избивать женщин. Отвернулись от него спиной к морозилке. И он ударил его, это Янус, по голове. Я не успела разворачиваться, меня начал бить. Яна побежала в подсобку, чтобы открыть запасную дверь. Я упала, соскакиваю, бегу, а он кассу хотел одновременно, пока я на полу лежу. Ну, кассу только. Я добегаю до двери, у нас ручка прокручивается, чтобы открыть, на помощь звать. И он бьет меня своей битой. Одной из женщин удалось вырваться. Испугавшись, что сейчас она позовет на помощь, преступник выбежал из магазина и попытался скрыться. Охранник консервного завода услышал крики о помощи, а увидев подозрительного молодого человека, бросился за ним. Нашли грабителя неподалеку, в канале, где он решил отсидеться. Преступника задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия для направления уголовного дела в суд. Преступник свою вину полностью признал. Свой поступок объяснил тем, что был голоден, а денег купить продукты не было. Вот он и решил ограбить магазин. Правда, на камеру свою душещипательную историю повторить отказался. Что вас заставило совершить преступление? Нет, не буду, я ничего комментировать. Как оказалось, задержанный уже был неоднократно судим, в основном за кражи. Теперь к его послужному списку добавится и тяжкое преступление. За разбойное нападение ему грозит до 10 лет заключения. Так что на ближайшие несколько лет тюремной едой он уж точно будет обеспечен. Анна Монастыренко, Павел Трифонов, Андрей Постовой. Программа «События».